Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале My Name is Sam, с вами Никита. И сегодня мы поговорим про переезд в Санкт-Петербург, про работу в Санкт-Петербурге и как же здесь прекрасно. Как вы могли заметить, я сменил скучную серую локацию за своим столом на прекрасный вид, центр города, Санкт-Петербург, Невский проспект. Сегодня прекрасное настроение, выходной день, люди, посмотрите, девочки красивые, самые сочные. У людей шикарное настроение, так же, как и у нас. Мы очень рады, что сегодня наступил наконец-то этот солнечный весенний день. И поэтому сегодня мы расскажем и поделимся с вами всеми плюсами, почему стоит выбрать Санкт-Петербург для переезда. Итак, поехали! Про переезд в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург считается одним из самых гостеприимных городов России. Здесь очень доброжелательные, отзывчивые люди. Также у нас далее будут отзывы людей, которые проживают в Санкт-Петербурге, которые коренные жители, и также которые приехали сюда несколько лет назад. 2 года назад я был в Амстердаме, и мне на самом деле очень понравился этот город. Но, к сожалению, там очень маленькие улицы, нет больших проспектов, как, например, в Санкт-Петербурге. И на самом деле я сюда ехал без какой-либо цели. Я ехал сюда ни к знакомым, ни к друзьям, ни к родственникам. И с первых дней мне Санкт-Петербург очень сильно понравился. Своей, в первую очередь, архитектурой. Здесь действительно люди очень добрые, понимающие. Вам действительно всегда помогут, подскажут. Скажем так, вас не бросят на произвол судьбы. Обязательно, когда вы приезжаете в Санкт-Петербург, вам нужно посетить музеи. Это Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петергоф, остров Новая Голландия и очень много других не менее захватывающих мест. Их я для вас оставлю внизу в описании, можете посмотреть. Это топ-10 мест, которые нужно посетить в Санкт-Петербурге. Я не люблю на самом деле сравнивать города, но в скором времени я сделаю для вас этот выпуск. Мы сравним переезд в Москву с переездом в Санкт-Петербург и услышим отзывы людей, которые проживают в Москве, и людей, которые проживают в Санкт-Петербурге. Я бывал в Москве более 20 раз, задерживался там на неделю, на пару недель. И честно вам скажу, не возникает у меня вот этого ощущения от города. А вы спросите, а что это за ощущение? Это, знаете, быть в своей тарелке. Ты через месяц понимаешь, что погода на самом деле не влияет на твое настроение. И в целом, знаете, как говорится, не место красит человека, а человек место. Здесь, еще раз повторюсь, действительно доброжелательные люди. Лично мое мнение, по сравнению с Москвой, там идет поток людей, вечный поток. Вас не заметят никогда, вашу уникальность или индивидуальность. В Санкт-Петербурге люди как раз-таки приезжают сюда специально за тем, чтобы раскрыть себя. Здесь этому способствуют величайшие места с многовековой историей. И на мой взгляд, это именно то место, где вы можете найти себя. Друзья, а теперь мы поговорим с вами о работе. Вы знаете, что существует множество приложений по поиску работы, таких как Авито, ХХРУ, Работа.ру. Я пользовался всеми этими приложениями, составлял резюме о себе, выкладывал их, продвигал. Но на самом деле это ничего не помогает. Если вы хотите в кратчайшие сроки найти работу, вам нужно напрямую прийти в заведение или в компанию, в которой вы хотели бы работать. Итак, друзья, в отличие от нашей столицы, здесь средняя зарплата отличается. Естественно, прожиточный минимум тут тоже ниже. Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге составляет в районе 40 тысяч рублей, а в Москве и Московской области свыше 60. Знаете, на самом деле, еще, кстати, одно отличие Санкт-Петербурга от Москвы, то, что здесь, на самом деле, очень нерасторопные люди. Здесь режим работы начинается в магазинах, продуктовых, неважно, разных магазинов, начинается в среднем с 10 часов дня, скорее, я уже бы сказал. Ну, это уже не утро, представляете, ну как это так? В Москве вообще все работает круглосуточно, понимаете, то есть... Здесь нет. Здесь, если вы приедете, здесь вот все строго по графику. В 10 часов открытие, в 10 часов закрытие, все. В Санкт-Петербурге самая вкусная кухня. В Москве мы общались там с человеком, он очень сильно жаловался, то, что заходя, прият в ресторан, точнее, вы уже не ощутите той вкусной кухни, которая была раньше. В Санкт-Петербурге просто самая отличная, замечательная кухня.
Но более детально я рассказываю в своем первом выпуске про то, как я переехал и с какими трудностями я столкнулся здесь в работе, кстати. Поэтому, если интересно, переходите, смотрите первый ролик. И да, также насчет работы. Здесь очень уважительно относятся к персоналу. Нет никакого предвзятого отношения. В любой ситуации к вам отнесутся с пониманием. А теперь, друзья, давайте посмотрим отзывы гостей и жителей города Санкт-Петербурга. Почему стоит приехать в Санкт-Петербург? Просто... Ради нас. Только ради нас стоит приехать в Петербург. Давай. Только ради нас. Понимаете? Вот так. Спасибо. Все, нет. Чем же вам нравится все-таки Санкт-Петербург? Своей атмосферой, ритмом жизни. Все. Чем же вам нравится все-таки Санкт-Петербург? Своей атмосферой, ритмом жизни, людьми. Как я себя здесь ощущаю. Архитектурой. So many old artistic work. Yeah. You understand me? And then it's very good, it's lively, there are so many people and the weather is good. And I enjoy watching beautiful sea. The ocean around and everything, and you know, the beautiful former palace or maybe Hermitage. Hermitage, yeah, it's a very because I'm an historian and it's a very historical place for me. For us, it's also one question, please. Okay. What do you think? Which better cities, Saint Petersburg or Moscow? Moscow as something new. Yeah. And I see St. Petersburg as something older. That is old. Yeah. So each is beautiful, but I prefer St. Petersburg to Moscow. Okay, yeah. Thanks so much. Yeah, thanks, yeah, nice to meet you. Bye. Множество всяких исторических достопримечательностей. Можно сказать, шаговой доступности Адмиралтейства, Дворцовая площадь, Кунсткамера, Петропавловская крепость, все, что захотите, можете посмотреть, прогуляться за один день буквально. Увидите достопримечательности. Также есть множество кафе, ресторанов, куда можно сходить, торговых центров много, то есть все поблизости, все в шаговой доступности. В Петербург стоит, конечно, переехать ради красивых мест, тут всегда есть куда сходить, ну и ради интересных людей, куда не пойдешь, встречаешь кого-то, с кем можно поделиться интересами, посоветоваться, у кого можно поучиться чему-то. Это очень здорово. Вот такие вот прекрасные люди оставляют свои отзывы о городе Санкт-Петербург. И мы очень благодарны им за это. Спасибо. Смотрим дальше. В Петербурге мне нравится то, что он по размерам примерно такой же, как и другая наша столица. Но при этом людей и как такового, пространства тут гораздо больше. И можно чувствовать себя свободным и... просто наслаждаться красотой этого города. Своей прекрасной архитектурой, своими прекрасными людьми, своими прекрасными контрастами. Санкт-Петербург мне нравится большим количеством креативных, интересных людей, с которыми можно о многом пообщаться, классно провести время, завести новые знакомства и просто отлично потусоваться. Итак, друзья, вы услышали множество мнений о городе Санкт-Петербург. И мнения были схожи в одном. Большинство людей сказали, что здесь... очень приятные люди, доброжелательные. Город Санкт-Петербург является самым гостеприимным городом России. Итак, друзья, надеюсь, это видео было интересным и полезным, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте жирный лайк. Всем спасибо, пока!